такое вот кипарисовое озеро. В целом ничего принципиально. Сильно выдающегося, но в целом красиво, небольшие горы и между гор озеро кипарисы. Выдают катамаран. Катамаран 1000 рублей полчаса. Станция вот там за мысом находится. Ветерок достаточно сильный. Катамаран постоянно сносит. Поэтому мы из жилета достали стропу и привязали суку. За счет этого держимся. Все остальные вынуждены маневрировать. Здесь еще людей так немного, кто взял катамараны. А вот там, куда выходит дорога, где станция, там прям очень-очень много людей. Здесь там, пляжик. Люди доходят пешком по берегу. Водичка имеет такой вот мутноватенький и листый какой-то цвет. Ну вот так в целом нет. Конечно, природа красива. Цикады. Кипарисы. Шикарные виды. Вода очень теплая, кстати. Градусов 27, наверное, так вот по внутреннему термометру. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, пешочком очень быстро, но в гору. Вот, по пути там всякие развлечения типа африканских деревни и прочее. Фигни по-другому не назовешь. Вот, есть бунгало какие-то там стоят. Есть возможность, если посмотреть внимательно Яндекс, есть возможность объехать сюда на самый верх бесплатно, поэтому смотрите карту внимательно, как получится. Стоянка у шлагбаума 250 рублей в день, но если вы чуть-чуть дальше проедете, то найдете бесплатную стоянку и не на жаре, на солнце, а в тенечке под деревьями. Так что тоже не спешите расставаться со своими кровными денежками. К этому более внимательно. Желающих покататься на катамаране прям очень-очень много. Там вот, судя по всему, речка впадает. Наверху зиплайн. Катаются с горы. Этот момент я не уточнял, не рыбак.
кармане минут 5-7 я от причала до Бориса. Тяга такая, два пони, поэтому мы идем не торопясь. Взяли катамаран на час. Как-то так. Давайте еще раз глянем, как там все. Повернули за угол, так сказать. Там какая-то беседочка.